Друзья, вот смотрите, это то, что я делаю девочкам. Горка, она еще в стадии строительства. Стоит она уже, наверное, месяц. Я к ней не притрагивался. Так вышло. Вот. Сейчас скоро продолжу. Большая горка. Сразу решил делать большую. Чем мелкую? Мелкая у нас была вон там, вон этот. Куча с песком. Делали горку зимой. Две зимы, наверное, так делали. А здесь вот будет лестница деревянная. Я уже вот подиум сделал. Тоже стоит, ждет. Лесенка. Вот такой будет скат. Подъем, как бы. Вот. Сейчас, что нужно еще? Здесь вот тоже чистить, это уже мотоблоком. Вот эти доски убирать. Я эти доски переношу. Они с гвоздями. Гвозди выдираю все. И складирую вот в ту кучу. В ту кучу складирую. Здесь будет путь. Вон до туда прямо, между двумя яблоньками. Вот так вот. Вот. Ну, идет работа, привалила. Надо убирать все. Этот снег. Все, что у меня там стоит. Там бревна лежат. Все тоже надо выкатывать, блин, тут выкатывать, конечно, это убрать надо прежде. А так горку я строю вот из такого вот бруса. Брус 150 на 150. Распускаю его на доске бензопилой. Бензопила тоже у меня сломана. Ремонтирую сейчас. Вот. Сломалась, пока я пилил, не допилил, сломалась. Вот так вот. Вот видно, таким макаром. А вот готовые, лежат доски. Вот эти же доски, это у меня уже тоже они подготовлены, чисто покрыть скат сам на эту, на горку. Они уже готовы. Ну, говорю, вот не успел, блин. Вот еще у меня сколько можно поделок с разных делать из этого бруса. Взял я его за бутылку, можно сказать. За пузырь. Подфартило. Ну, вот сейчас поделки такие делаю. Вот. Фаля тоже сделал. Этот вольер. Все из этих распускал досок. Ну, в общем, так вот. Такое вот небольшое видео. Работа в деревне уйма. Уйма. Хочется и дома посидеть с детьми. Но, увы, не получается. Ну, собственно, ладно, чё. Пока-пока. Ставим лайки. Обязательно ставим лайки, друзья. И спасибо вам. И пока.